Очень понравилась конференция. Меня зовут Чижиков Григорий. Я представляю здесь, в частности, помогаю представлять книги Левенталя. И сам, конечно, очень заинтересован в изучении иностранных языков. В частности, я на базе своего такого среднего английского хотел бы выучить одновременно, причем французский, испанский, итальянский. И вот лекция Петрова мне очень в этом помогла, потому что такой вот, у него ключевой момент, как добиться того, чтобы эти в кашу не превращались похожие языки. Он сказал, что у каждого языка должно быть свое какое-то эмоциональное лицо. И это вот как-то так вот в душу очень запало, вот эта идея. И я сейчас уже так как потихонечку начинаю эти образы формировать, чтобы в дальнейшем это использовать. И, конечно, очень здесь, ну, у многих ораторов, и у Петрова тоже больше всего, по мотивации изучения иностранных языков. То есть нужно разобраться в своих мотивациях, потому что просто хочу выучить там испанский, и я понял, что это не мотивация, это как бы абстрактное желание. Мотивация – это что-то еще более такое высшее, на следующей ступени должно быть. Все.